Здравствуйте, дорогие товарищи, дорогие любители. Какой кухни сегодня мы будем готовить? Ну, конечно, нашей Вася будем готовить вот стейк. Из какого мяса, простите? Из вкусного. Из вкусного у нас на Кавказе такого нет. У нас либо есть мясо хорошее, либо не очень. Ну, не очень в плане, это не мясо вообще. Сегодня мы будем готовить очень хорошую говядину, к сожалению, не баранину. Баранину, потому что мне очень плохо от нее бывает. Один раз какой-то дядька у нас приготовил в Южно-Сахалинске не очень вкусную баранину, теперь до сих пор ее не ем. Что ты молчишь? Видимо, вот эти горы у нас, вот, которые вот кавказские, они все время мне говорили, что Вася, барашка надо есть только там, где Вася есть кавказские руки. Руки и сердце, Вася, душа. Иди это, перец-мерец, готовь вот это все. Самое главное, что у нас должно быть на столе, это к мясу сегодня. Вино, вот это вот, да, вино. Чтобы я не приготовила мясо. Она сразу меня хочет напоить вот этими винищами своими. Какое любимое у Сталина было вино, ты знаешь? Хванчкара, Вася. Это вам тоже на заметку, между прочим. И что мы к мясу еще можем сделать? Помидоры. Помидоры раз, нарезать пальцы. Пальцы не надо резать себе. Пальцы резать не надо. Шкурку от помидоров сдираем обязательно, потому что она придает немножко такой, знаете, горечи. Немножко такой горчинки придает. Фу, что-то я устал сегодня вообще очень сильно. Она знает еще тут что сует. Это, не, убери вот это, лаваш надо нанести. Лаваш обязательно, что вы тут мне эти свои, ты, каких, чиабатты подсовывает. Если Гаран идет к Магомеду, Мага что делает? Мага сам идет к горе, Вася. Ничего тут особо логических цепочек составлять не надо. Умница, я смотрю, это огурцы поставь на место. Я устал вот это. Резать помидоры вот эти. У меня что-то сегодня с настроением. Ретроградный Меркурий закончился, блин. Такие вообще спады настроения сразу пошли. Когда у всех все плохо, у меня все, Вася, хорошо. Ты думаешь, это все шутки вот это вот? Я с ножом. Это ты думаешь, шутки вот это, да? Чудить с этими русскими, господи. Знаете, вот эти, когда приходишь в магазин, а у тебя фрукты на пластмассу похожи. Знаете почему? Потому что папа мне в детстве привозил вот такие ящики фруктов. Говорил, кушай, кушай. А что кушай, кушай? Теперь я нормально кушать не могу ни один фрукт здесь. Ни на рынке, ни в магазине, нигде. Потому что нормальных фруктов здесь нет. Здесь все пластмассовое. Что у нас здесь? Что, посмотрите. Рецепт очень простой. 1,5 минуты на одной стороне прожариваем все вот это вот. И на другую сторону быстренько перекладываем. Но сначала самое главное надо сделать, это промокнуть мясо от воды, чтобы оно не было жестким, Вася.